Подожди, Маша, смотрите, ребят, какое Оксана в школе делала тарелочку. Они папье-маше, да, вы делали? Угу. И вот такое вот красивое. А что именно черное, почему? Это я не знаю. Но учитель сказал, что она делает. Черное делать? Ну, какая-то черная некрасиво же. Темная через черную, а была яркую какую-то сделать. Ну, такую тарелочку она сделала. Напишите, как вам. Мне нравится. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня снег выпал первый немного. Я поехала в город. Мне в школу надо съездить по поводу девочек некоторых. Смотрите, какой снег. Снег, снежок. Ладно, идем на автобус. Дорогие друзья, съездила я в город. Сейчас покажу, что купили, чтобы Свете сразу отдать, чтобы она одела. Короче, ей взяли вот такую шапку со снудом. Потом ей надо было на танцы чешки, мы ей взяли. Катя, помоги, пожалуйста, вот это. Остальные покупки сейчас разложим и покажем. И Свете... Не могу достать. Мы взяли вот такие вот зимние ботинки. Стоят они 3000. Они уже зимние на меху. Ну, вот такие вот. Света, на, забирай свои покупки все. Она, потому что на танцы торопится, ей одеться надо. Сейчас остальное все разложу и покажу. Ну, вкратце, что у нас, куда я сегодня ездила? Ездила в школу на уроки, именно на уроки 6 класса, на урок математики. И поговорили мы с учителем, что делать в ситуации с Катей. Катя у нас получилось, что снизилась по оценкам, но не сильно, но снизилась. И поэтому я попросила, чтобы дополнительно дали задания ей на каникулы. Будем с ней решать их. Ладно, дорогие друзья, сейчас разложим все покупки и покажем все, что остальное купили. Ну, вот это Егору отдай. Ну, вот единственное, то, что вот я говорю, вот я Свете взяла ботинки, они 3000 стоят. Потом взяли мы ей чешки на танцы ходить на, потом плюс шапка со снудом 700 рублей стоит. И у Кати шапка со снудом тоже 700 рублей стоит. Вот такие вот в целом покупки. Все в этом месяце пока все. Но, может быть, я еще попробую взять там. Если мне дадут в долг, значит, возьму еще Маше. И Кате надо еще обувь зимнюю. И Егору надо еще обувь зимнюю. Ну, там видно будет. Там уже по обстоятельствам будем действовать. Ну, вот в целом вот такие вот покупки. Пишите ваши комментарии. Так, дорогие друзья, мы сейчас приготовили ужин, спагетти с сосисками. Будет вот такие вот решили открыть, с сыром какие-то, всем по две сосиски. Тут я посуду мыла, еще припираем, поэтому уж извините, но вот так вот. Ладно, буду кормить деток, салат они сами положат, кто что захочет, сами положит. Всем приятного аппетита. Все? Я тогда лучше вот эти одену. Одевай, какие хочешь, мне уже по барабану. Одеваются 4 часа, как не знаю, что попушкаются. Сейчас на автобус опоздаем из-за Кати, и все, и пипец. Вчера Свете купили, которые ботинки-то? Да. Понравились, да, девочкам. Сегодня поедем еще брать. Все, хватит тебе 30 карманов. Тебе что на кучу карманов? У меня там 4. У тебя хорошая эта куртка. Вот в такой куртке, Маша. Это зимняя уже идет. Ладно, ждем Катю и ждем автобус, и сейчас поедем в город. Если интересно. Да, кстати, Тайсон. Тайсон! 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 О, видите, выглядывает. Сейчас приближу вам немножко его. Жив, здоров и все в порядке. Так что не переживайте, с Тайсоном все хорошо. Ладно, ждем Катю, идем на автобус. Мы приехали в город. Маша взяли шапку, да, Маша? И сейчас идем обувь смотреть. Купим обувь и потом решим. Маша, покажи, какую шапку. Мы вам фотографии ставим, среди каких выбрали. Но Маша такой же, как у Кати выбрала, только цвет другой. Она ей почему-то больше, да, понравилась? Ну, фотографию ставим. Мы мерили обе шапки. Они обе со снудом идут. И по 400 рублей. В Крипаре, кстати, еще одна такая осталась. Хочете сфоткаться?
возле собак, возле медведей. Будете? Нет? Ну пошли возле оленя. Подожди, Катя, я ее сфоткаю возле оленя. Она хочет возле оленя сфоткаться. Мы тогда возле медведя, да, фоткались? А сейчас возле оленя ее сфоткаю. Ладно, пойдем фоткаться. Девчонки себе перчатки выбирают. Вон, вот здесь вот, Катя, варежки, вот. Вон там внизу со стразиками есть всякие белые, вон там. Это перчатки. Да. А Свете-то белые надо было. Так, она варежками хотела. Вот там вот, смотри, есть одни со стразами варежки. И вот здесь вот где-то я видела со стразами. Но она со стразами не любит. Перчатками возьмите ей. Маша, с котенком. Так они маленькие, это для маленьких. Вот здесь вот для больших. А такие покажи. Так убери резинку. Ну вот эти вот хорошие перчатки вроде бы. Теперь померяй и посмотри. Неправильно. Вот так, да. Чё? Эти будешь брать? Ну давай. Резинку на них сделай. Маша, а ты чё? Маш, так вот здесь перчатки. Там для маленьких все развешено. Какая упрямая. А чё вот такие вот, смотри, вот есть еще перчатки разные. Но эти, ну хотя они одинаковые по сути. Короче, сами смотрите, какие вам надо. Ну вас нафиг. Маш, там для маленьких. Вон, смотри, здесь перчатки получше есть. Короче, выбирайте сами. Катя упрям. А белые вот там вот. Ну-ка дальше, там какие-то есть светлые варежки. А, не-не, они такие порвутся быстро, Катя. Купили мы все, что надо было, еще и продуктов набрали целую кучу. Сейчас дома все покажем. Сейчас поедем домой и покажем все, что есть дома. Дорогие друзья, мы приехали домой. Сейчас покажу, что мы купили. Ну давайте с продуктов начнем. Две булки белого взяла, фарш куриный, чтобы быстро не ждать, и вот такой вот свиной фарш упаковочку взяла. Хочу сейчас из свиного запеканку сделать, а куриное стало мне нужен будет потом. Дальше сухарики дети брали, две пачки, но одну Катя по дороге съела. Дальше кукурузу, это салатик сделаем, к салатику также взяли огурчики и помидорчики, и к запеканке помидорки тоже надо будет. Дальше заходили в мясной магазин, взяли соленого сала, вот столько, и свиное рагу я еще взяла. Вот такой вот пакетик, килограмм тут. Потом надо будет мне для запеканки сметану взяла 20% вот такую вот на пробу. Ни разу такую мы не брали. Дальше. Вот такие вот сосиски Ясная Горка по 99 рублей упаковочку взяли. А потом для запеканки мне нужен будет бекон, тоже взяла. Вот такой вот вкусный. Ни разу мы такое не брали. Вообще никогда в жизни мы не брали, да, Маша? Ну и вот решили взять. Потом взяла вот такое вот тесто по-домашнему, дрожжевое, слоеное. Упаковочку майонеза. Дальше в фикс-прайсе Катя себе взяла вот такие вот перчатки. Маша себе не захотела такие, а на нее, на ее руку, да, не было. Дальше потом в концтовары мы заходили, взяли два циркуля. Клей и стаканчик, и грифели для циркулей. Дальше в аптеке у меня пришли лекарства. Это капли в нос и пирантел. Заказывала, пропить надо его, пора уже. Дальше. Кому мы взяли это? Маше взяли чешки. 37 размер. Балетки такие тряпичные, хорошие, крепкие. Дальше шапка со снудом. Ну, а где шапка-то? Покажи. Снуд главное, да ладно, шапку по идее фотографию вы увидите, я вставлю. Мы среди двух выбирали. Ну вот Маша выбрала себе вот такую вот шапку, такая же, как у Кати, только цвет другой. Ну вот дальше. Потом, это кому? Мне. Маша. Маша себе взяла вот такой вот пенал. Катя не выбрала. Катя, да, не было такого ее определенного цвета. Дальше. Заходили, брали тетради. Вот такая вот тетрадь. Это кому? Кате.
Катя, а это? Катя. Катя, это? Нет. Маша, это? Нет. Маша, это? Нет. Маша. Потом обычных тетрадей набрали целую кучу и общих тетрадей опять целую кучу набрали. Короче, тетради у нас это первая необходимость. Дальше. Катя себе... Слушайте, с Катей ходить в магазин – это проблема. Она выбирает... Очень мы с ней обошли 4 магазина с обувью. Короче, вот такие вот. Взяли зимние 2200. Ой, 2600. 2400. Ну, нам скидку сделали. Взяли за 2400. А так они стоят 2600. Вот такие вот зимние. Ну, вот не знаю. Мы сначала мерили серые ботинки, да? Они мне больше понравились. Ну, вот Кате почему-то вот такие вот понравились. Сейчас она оденет на ногу, и мы посмотрим, как у нее будет. Ну, вот в целом, вот такие вот все покупки. Пишите, что думаете насчет этого. Так, ну, вот так что получилось. Повернись. А что? Ну-ка, иди сюда. Вот это вот что такое вдавленное? Ну-ка, повернись. Еще раз туда подальше отойди. Подожди, я свет пытаюсь включить, чтобы как-то это... О, так они светятся. У меня на телефоне они светятся. Смотрите, я свет включила. Одуреть. Они прям... Ну-ка, поворачивайся спиной. Спиной. Вообще, тебя будет хорошо видно. Разворачивайся еще. А тут, кстати, повернись сюда ко мне и подойди ко мне. Повернись спиной. Смотри. Можно меньше, больше делать. Видишь? Ну, в принципе, хорошие. Напишите, что вы думаете. Отойди подальше. Но мне кажется, очень высокие. Мне кажется, громоздкими.